Большой привет! Я рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Юля, если кто еще не знает. И сегодня у нас будет видео с вами о покупках косметики. В основном это уходовая косметика и косметика в отпуск. Я уже немножко начинаю потихоньку собирать косметичку в отпуск. И я надеюсь, что я сниму тоже такие видео, что я беру с собой в этом году. В том году, по-моему, я такое видео снимала, но частично и не перед отпуском, а уже находясь на месте и немножко показывала вам из того, что я взяла с собой. Но в этом году, мне кажется, я сниму такое полноценное видео о том, что мы с собой берем, и мне кажется, что будет все очень нужное и пригодится нам в отпуске. Так, сегодня у меня вот такой вот маникюр, очень летний, на самом деле на улице такая погода, что лето абсолютно не чувствуется. Я думаю, что это у многих такая погода, что все ходят в куртках, все уже позамерзали давно. Но мне сегодня вот захотелось вот таких оттенков. Это коралловый и белый лак. И это вот такие лаки от Avon, гель финиш. У меня еще из линейки, когда они выходили, я имею в виду оформление, сейчас у них другое поменялось. Вот этот оттенок очень красивый, летний такой, очень позитивный, называется Coral Shimmer, и оттенок белый, абсолютно без всяких блесток, без переливов, но он тоже не матовый, он такой глянцевый белый, называется оттенок айсберг, я не знаю, есть он или нет. Ну, в общем, вот эта вот парочка у меня сегодня на ногтях, если кого-то заинтересуют эти лаки, они сейчас тоже есть, но у них другое оформление и, по-моему, другие названия. Но в линейке такой коралловый, по-моему, точно есть, и на лето, мне кажется, это отличный вариант, что на маникюр, что на педикюр, особенно под загорелую кожу, это просто будет бомба. Так что советую такой лачок. Из своей покупки косметики я начну с очень интересной такой вещицы. Я думаю, что многих заинтересует этот косметический продукт. Это вот такой вот гиалуроновый гель-филлер. 3D гиалуроновая кислота, микрокапсулы, усилитель увлажнения, гель-филлер, активация при нажатии. Это вообще абсолютная новинка. У Novasweet вышла целая линейка различных таких гелей, которые призваны либо питать, либо увлажнять нашу кожу, как-то ее подтягивать, преображать. Я выбрала для себя вот такую именно гиалуроновую штучку, гиалуроновую увлажнялку для лица. Все замечательно, в общем-то, выглядит. Коробка в слюде зафольгирована, но так как я уже начала пользоваться, мне важно было попробовать, прежде чем вам хвалить или не хвалить это средство. Я попробовала, правда, всего лишь два раза попользовалась. Это вот такая красивая баночка, прозрачная, с помпой, что немаловажно. И здесь находится прозрачный голубоватый гель с маленькими капсулами, которые абсолютно не чувствуются на лице, когда вы его наносите. В общем-то, что могу про него рассказать? Прежде чем отсюда выдавился гель, я понажимала, наверное, раз 10 на помпу, и потом только начал появляться продукт. Это такое гелеобразное средство. Когда вы наносите на лицо, немножко оно липковато, но в течение 1 минуты буквально эта липкость проходит, и кожа как бы подтягивается, и не могу сказать, что она стянута, нет, она не стягивается, она именно такая становится более упругая, более подтянутая, и мне вот это средство с первых 2 применений достаточно понравилось. Я его наносила сначала на очищенную кожу лица, затем я наносила тоже от Novasweet увлажняющая сыворотка тоже с гиалуроновой кислотой. Я ее показывала в прошлых покупках. У меня уже меньше половины этой сыворотки осталось. Я ей активно пользуюсь. И наносила я ее после вот этой гиалуроновой гелевой кислоты. Очень хороший эффект после применения этих 2 средств. После этого я не наносила никакой крем, так как на лето мне не хочется перегружать сильно кожу, а вот увлажнить ее дополнительно никогда не помешает. И также у меня от Novasweet есть вот такой гиалуроновый, что это, крем-филлер для кожи вокруг глаз. Он мне очень нравится, и это моя уже не первая и не вторая упаковочка.
Вот так вот он выглядит, 20 мл, бюджетное средство, отлично увлажняет кожу под глазками. Вообще, я на вас вид очень довольна вот всей вот этой линейкой. Вообще, линейкой от Новосвит. Несмотря на то, что это достаточно бюджетная косметика, но она действительно работает. И многие девчонки, кто пробовал косметику от Новосвит, тоже со мной согласны. Поэтому я вам могу посоветовать эту линейку. Ничего плохого с вашей кожей она не сделает. Аллергических реакций у меня не вызвала. Хотя у меня кожа достаточно чувствительна к каким-то компонентам. Особенно к гиалуроновой кислоте. Она обычно на гиалуронку очень реагирует покраснением. Здесь такого не было, очень мне понравилось, советую. Следующая моя очень необходимая, я считаю, что это необходимая покупка на лето, особенно для тех, кто отправляется в жаркие страны, на море. Да, в принципе, эта покупка, она вообще необходима нам, особенно в летний период, весенний, когда есть солнышко. Так, не сказала, что это бальзам для губ солнцезащитный, мое солнышко SPF 15. Я смотрела разные бальзамы, прежде чем купить этот, но я поняла, что в цене разница просто огромная, и я не захотела переплачивать за какие-то раскрученные фирмы, и взяла фирму «Мое солнышко». Это достаточно небольшой вот такой стик, он очень приятно пахнет, для меня это ваниль вместе с апельсином или такое цитрусовое мандариново-апельсиновое мороженое. Очень-очень-очень приятный аромат, такой жирненький бальзам. Наносите его на губы, нужно прям совсем немножко. И он защищает ваши губки от солнечного излучения. Очень актуальным будет на пляже, когда у вас губы абсолютно не защищены. И потом после пляжа, как обычно, они шелушатся, трескаются. Вот с такими средствами этого не будет происходить. Я очень советую присмотреться. Цена бюджетная и... прям супер вещь, я прям довольна, что я его приобрела, обязательно с собой его возьму. Раз уж мы заговорили о маникюре, то я купила мое просто незаменимое средство. У него, правда, сейчас цена уже 200 рублей. Раньше начиналась его цена с 97 либо с 99 рублей, когда только я начала его покупать. Сейчас цена в два раза ровно больше. И все равно я буду продолжать покупать это средство, даже если оно будет стоить дороже. Это самое лучшее средство для удаления кутикулы, для быстрого удаления кутикулы. Это Эвелин экспресс-удалитель кутикулы. Очень-очень-очень всем советую. Лучше средства для удаления кутикул я не встречала. Растворяет, размягчает кутикулу буквально за 2-3 минуты. У вас уже абсолютно любая грубая, жесткая, шершавая какая-то кутикула будет мягкой, и вы ее просто легко отодвинете апельсиновой палочкой, либо какими-то другими специальными приспособлениями, которые созданы для маникюра. Здесь вот такой вот тюбик, 12 мл, на самом деле хватает его мне где-то месяца на 3. Удобный носик, наносите просто средство на кутикулу, ждете 2-3 минуты и все, и ее отодвигаете. Просто супер. И тоже я могу всем абсолютно рекомендовать, справляется абсолютно с любой самой загрубевшей, самой убитой кутикулой на раз-два. Это просто must have. Дальше покажу средство для волос, которым я сегодня уже успела воспользоваться. Мне просто было настолько интересно, как же оно работает, что я уже не выдержала и воспользовалась сегодня, хотя сделала покупки только совсем вот недавно, буквально позавчера, и все никак не могу снять видео, не хватает просто абсолютно времени. Это средство крем-бальзам восстанавливающий для окрашенных и поврежденных волос, фирма ProFresh. Здесь очень удобные дозатор, удобный флакон, помпа хорошо работает, объем 180 мл, тоже бюджетное средство. У него очень интересный такой свежий, немножко с лимоном аромат. У меня такое средство уже было от белорусской какой-то косметики, и вот прям здесь аромат один в один с тем средством, которое у меня было. Когда я его почувствовала, я поняла, что я уже с ним знакома, то есть именно с ароматом. По свойствам. Это такое кремообразное, не густое средство. Этот бальзам я наносила именно на длину волос, где-то вот
так начинаю, на корни я не наношу, потому что у меня жирнятся очень быстро корни, и мне приходится мыть голову через день, если я буду наносить туда дополнительно какие-то бальзамы, сыворотки, спреи, маски и все прочее, мне нужно будет голову мыть, наверное, к вечеру, если я с утра ее мою. В общем-то, волосы грязнятся очень быстро, поэтому я на корни ничего не наношу. И здесь написано, что это эффект биоламинации. На самом деле, когда я сушила волосы, я почувствовала, что они более такие жесткие, что ли, стали более плотные. И по объему, мне кажется, они такие, не знаю, более объемные, что ли, стали. На самом деле, у меня с густотой и с объемом проблем нет с волосами, но вот они более какие-то, не знаю, уплотненные стали от этого средства. Мне, в принципе, понравилось. За одно применение, конечно же, я не смогу вам рассказать прям на 100%, как работает это средство, но я думаю, в пустых баночках уже достаточно скоро я вам о нем обязательно расскажу. Средство бюджетное, и я захотела попробовать, почему бы и нет. Еще два средства для волос, которые отправляются со мной в отпуск, это фирма «Золотой шелк». Я давно хотела попробовать эту фирму, и у них очень много в линейке всяких спреев, термозащиты, различных ламинаторов, усилителей блеска, маски есть, шампуни. В общем-то, много-много всего для волос. И я не знала, с чего же мне начать свое знакомство с этой маркой. И я на самом деле купила 3 средства. Я вам сейчас 2 показываю, еще одно потом покажу. Я выбрала вот такой шампунь, объем 250 мл. Гиалурон плюс коллаген, шампунь, интенсивное восстановление и питание, заполнение маслом органа и гиалуроновой кислотой, комплекс Power Oil для интенсивного питания ослабленных волос. Пахнет этот шампунь очень простенько, ничего такого особенного. Ну, достаточно приятный, такой заезженный аромат, сладковатый. И я еще им не пользовалась, хотя очень хотелось сегодня воспользоваться, но я эти средства решила взять в отпуск. Очень удобные такие флаконы, мне кажется, очень даже красиво и стильно они выглядят. И флакон такой матовый, приятно держать в руке. Попробую. И к нему я взяла новинку, как я поняла, что это у «Золотого шелка» новинка. Повышает гладкость волос маслом органа, легкость расчесывания, бальзам-кондиционер, комплекс кератин, молекулярное восстановление волос для длинных и очень длинных волос. Именно вот в такой розовой упаковке. У Глискур такая упаковка голубая, переливающаяся, а здесь розовая упаковка и очень красивая, мне кажется. Здесь я его открывала, чтобы понюхать, как он пахнет. Вот здесь аромат просто... Он такой вкусный, он пахнет малиной со сливками и какими-то ягодками, и какой-то жвачкой. Очень-очень вкусный аромат, объем тоже 250 мл. Буду обязательно его пробовать. И в отпуске, я думаю, что мне пригодятся эти средства, которые очень интенсивно восстанавливают волосы, потому что от морской воды у меня волосы на самом деле очень страдают, но и не только у меня, вообще у всех, особенно у кого длинные волосы, так как их промыть и за ними ухаживать достаточно, точнее, намного сложнее и труднее, чем за короткими волосами. Поэтому я взяла именно для длинных, очень длинных волос, обязательно вам тоже о них расскажу. Третье средство от «Золотого шелка» – это шампунь для моего мужа. Шампунь дегтярный, активный, эффективен при лечении сибореи и дерматита для проблемной кожи. Такая внушительная баночка. Ну, он на самом деле плоский достаточно, но вот здесь такой широкий спереди. Объем 250 мл. Написано, что здесь содержится какой-то суперкомплекс, который обволакивает каждый волосок, защищая его своеобразным таким коконом шелковым и, в общем, препятствует тоже различным повреждениям, солнечному излучению, в общем-то, ну, всяким негативным факторам. И этот шампунь тоже удобно, кстати, открывается, на самом деле удобнее даже, чем те шампуни. Пахнет этот шампунь абсолютно так же, как все дегтярные шампуни, как березовый деготь. Я не буду сильно его открывать, потому что я
не очень люблю этот аромат. Это ядерный просто аромат, это взрыв мозга. Совсем не в положительном смысле этого слова. Аромат просто убийственный, но шампунь действительно работает и борется с перхотью. У всех, конечно же, причина появления перхоти разная, и, возможно, кому-то то, что подходит одному, не подойдет другому, но здесь моему мужу подошло, и на самом деле мы столько всего перепробовали от перхоти и из дорогих марок, и из бюджетных, и остановились на дегтярном шампуне. Я, по-моему, уже в 100-м видео об этом говорю, и на сульсеновой пасте. Я заказала ему еще 2, одну на домашнее использование и одну в отпуск. Фирма Мирола, тоже я, наверное, в 100-й раз уже упоминаю эту фирму. К сожалению, за рекламу она мне не платит, эта фирма. Очень жаль. Но на самом деле средство очень хорошее, бюджетное, до 100 рублей, так же, как и дегтярный шампунь от Золотого Шелка. И как и те шампуни бальзам, тоже до 100 рублей они стоят. Эта паста, по-моему, 86 рублей стоит, одна упаковка, 75 миллилитров. Она безумно вкусно пахнет, она такого оранжевого цвета, очень-очень классно сглаживает волосы, ну, как бальзам, только против перхоти. Эта паста не вонючая, и если вы хотите еще как-то дополнительно избавиться от перхоти и еще разгладить, увлажнить и напитать волосы, вам такая паста тоже подойдет. Очень тоже советую присмотреться. И на этом были пока все мои покупки именно из ухода, что касается косметики в отпуск. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и, возможно, оказалось полезным. Напишите, ждете ли вы видео о косметичке в отпуск, о декоративной косметике, об уходе. И обязательно я еще сниму таблетки для путешествий, так как, мне кажется, я собрала идеальную просто аптечку, которая подойдет на любые случаи жизни и от любых таких самых распространенных заболеваний, которые могут случиться с вами в отпуске, если вы едете путешествовать с детьми. Напишите, какое видео вы ждете из этих больше, вообще ждете ли вы такие видео на моем канале. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь, спасибо, что посмотрели это видео до конца, поддержите меня пальчиками вверх под этим видео, если вам оно понравилось, и обязательно подписывайтесь на канал, будем с вами дружить. Всем пока!